Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, всем привет, с вами Крутовс Лайф. Сегодня уходит в историю поистине легендарный трамвай пьесы «Фокстрот». Сейчас мы будем о них вспоминать, и я вам расскажу, почему они уже завтра, 4 декабря, уйдут в историю, и как они появились в Москве. Итак, погнали! Трамваи Пьеса Фокстрот появились в 2012 году. Тогда компания Пьеса должна была выпустить для Москвы 120 трамваев модификации Фокстрот. Но до января 2015 года она выпустила только 60 штук. Все поставленные вагоны работали в Краснопресненском трамвайном депо. Чтобы соответствовать закону РФ, был заключен контракт между Уралвагонзаводом и Пьеса о совместном производстве трамваев. Таким образом, трамвай производился в Польше, но по документам он считался полностью российским. Итак, вторая половина 2014 года. Падение Уралвагонзавод так и не может полностью оплатить свой заказ с Пьесы, что приводит к расторжению контракта с Москвой. Итого, 90 трамваев целиком и 30 недоделано. В итоге Москва отказалась от дальнейших поставок Пьесы. Ну, время идет, вагон выходит из строя, и из-за отсутствия запчастей последний экземпляр уже 4 декабря уедут на консервацию, и трамваи Пьесы Фокстрот навсегда останутся в наших сердцах. Чаще всего ее можно встретить на маршрутах 10 и 21, а реже всего на маршрутах 15 и 6. Лучше всего ее ловить на метро Щукинская. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Крутовс Лайф. Всем пока. Я нахожусь в трамвае без Фокстрот, который сегодня... Да не снимай ты этот трамвай. Меня снимай. Я тут только самый знаменитый. Здесь съемка видео запрещена. Камеру вырубай.